Военный корреспондент Роман Бочкала всю эту неделю находится в так называемой серой зоне. Ну и вот давайте послушаем. У него была возможность разобраться, что люди думают, что думают на самом деле. Буквально несколько часов назад Роман встретил автобус, который вез людей из зоны оккупации. Вот что люди сами рассказали. Люди хотят есть, люди хотят света, тепла. Два слова вашего куда? Вы из Луганска, да? Можно два слова? Просто мы реально тут не знаем, как что у вас там происходит. Зарплат нет. Детские не платят, пенсии не платят. Так же, как и Свердловск. Ничего нету, в общем, все очень плохо. Как дальше видите будущее вообще? Расколется. Мы не ходили, не пойдем. Не пойдем. А почему? Ну а зачем? Смысла нет. Как вы считаете, вообще будущее в ЛНР есть? Вдруг скажу так, завтра в подвал не посадят. Ну правда, знаете. Ну да, закрывают, да, так в подвал? Потому что мне же все равно туда возвращаться.